благодарности моих коллег. Я считаю, что сегодняшнее мероприятие – это оценка работы всего нашего сектора. Наш ресурсный центр, он также создан при поддержке Комитета общественных связей, мы получили субсидии. Это было в 2015 году, и мы работаем до сих пор очень успешно. И основная наша, в общем-то, ну такая изюминка, да, работа с инициативными группами граждан, с активными людьми, с теми, у кого еще нет, допустим, организованных общественных организаций некоммерческих, да, но мы им помогаем влиться в большой наш коллектив гражданского общества. Мы подавали в этом году проект, в котором было 8 таких клубов. Он назывался «Активная жизнь пожилого человека». Мы, в общем-то, грант тоже не получили, не добрали баллов. Ну, нет клуб без добра. Значит, вот программа, которая сейчас заявлена в городе, «Москва – город долголетия», мы фактически в нее включились на самом начальном этапе уже с готовым проектом. Вот. И мы сейчас готовы там более 500 человек в нее включить. И эта программа очень востребована оказалась. Вот вы представляете, 3 января в 10 утра на презентацию проекта пришел полный зал людей. Это просто вообще сказка, я удивилась, мы их не ждали. Это еще раз говорит о том, что программа востребована, люди этого ждут, и наша задача – развивать и создавать возможность для их активности. Еще раз большое спасибо, всех с праздником!